Всем привет! Представляю новый турецкий сериал под названием «Соседняя комната». Этот турецкий сериал снят компанией OGM Pictures для показа на телеканале Start TV. В центре внимания двое очень известных людей, которые только что поженились. Одним из них является Фикрет Аладаг. Это не только богатый бизнесмен, но и одна из влиятельных личностей в стране. Совсем недавно он официально женился на девушке по имени Верда Йылдыз. Она ведет программу по экономике на телевидении. Фикрет приходит к ней на передачу в качестве гостя. Бракосочетание таких известных людей сразу же начинает вызывать огромный интерес. С первых же дней пара Верда и Фикрет попадает на страницы желтой прессы. Репортеры постоянно начинают следить за всеми действиями этой пары, чтобы извлечь из их ошибок для себя материальную выгоду. В результате такое бракосочетание станет не только большим испытанием для самых молодоженов, но и для их семей. Сына Фикрата, имя которого Тайлан, играет молодой актер Октай Чубак. Премьера турецкого сериала «Соседняя комната» запланирована на декабрь 2023 года. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.